СПИД-регулятор REC-C100 предназначен для точного поддержания заданной температуры. При использовании обычного терморегулятора невозможно стабилизировать желаемую температуру. В данном примере температура включения 72 градуса, выключения 73 градуса. Даже если сделать минимальную разницу между включением и выключением, все равно будут небольшие колебания желаемой температуры. При помощи ПИД-регулятора REC-C100 возможно добиться точного поддержания температуры. С термопарой К-типа точность будет 1 градус и максимальная температура 1300 градусов Цельсия. А при наличии термосопротивления ПТ-100 точность будет 0,1 градуса Цельсия и максимальная температура 500 градусов Цельсия. Регулятор короткими импульсами подает питание на управляющие контакты твердотельного реле, которое подает питание на нагревательный элемент, тем самым ограничивая мощность нагревательного элемента. Длительность этих импульсов ПИД-регулятор вычисляет автоматически. На лицевой панели есть 4 кнопки, 2 дисплея и 4 светодиодных индикатора. Дисплей с красными цифрами – это индикация текущей температуры датчика. Дисплей с зелеными цифрами показывает желаемую температуру. Если светится красный светодиод с надписью «Alarm 1», это означает, что температура датчика вышла за пределы, которые задал пользователь. Сработало аварийное реле. Это контакты 6-7. Если светится зеленый светодиод с надписью «OUT», то на контакты 4-5 подается напряжение постоянного тока. Плюс – это контакты 4. Минус – это контакты 5. Светодиод с надписью «Alarm 2» светиться не будет, так как в данной модели нет второго аварийного реле. Если мигает зеленый светодиод с надписью «AT», это означает, что включен режим автоматического подбора ПИД-коэффициентов. Для изменения желаемой температуры надо кратковременно нажать на кнопку «Set». На дисплее с зелеными цифрами начала мигать правая цифра. Кнопками «Стрелочка вверх», «Стрелочка вниз» можно менять желаемую температуру. Если нажать на кнопочку «Стрелочка вбок», мы можем менять десятки градусов, сотни градусов и тысячи градусов. Установим желаемую температуру 37 градусов. Нажав и удержав кнопку «Set», мы зайдем в следующие настройки. Alarm 1 – это значение температуры, при которой сработает аварийное реле, то есть контакты 6-7 замкнутся. Заводская уставка 50 градусов. Установим 3 градуса. Как только температура датчика поднимется 37 плюс 3, 40 градусов и выше, контакты 6-7 замкнутся, о чем сигнализирует светодиодная лампа, питание которой я пропустил через контакты 6-7. Также на лицевой панели начнет светиться красный светодиод с надписью «Alarm 1». Контакты 6-7 разомкнутся, как только температура датчика опустится ниже желаемой. В нашем случае это 37 градусов. Следующая настройка – это автонастройка. Если значение 0, автонастройка выключена. Если значение 1, автонастройка включена. После включения автонастройки ПИД-регулятор
начнет автоматически подбирать ПИД-коэффициенты, которые оптимальные для поддержания заданной температуры. На лицевой панели начнет мигать зеленый светодиод. По истечении определенного времени, которое зависит от конкретного объекта, зеленый светодиод перестанет мигать. Это означает, что ПИД-регулятор подобрал оптимальные ПИД-коэффициенты для поддержания заданной температуры и отключил автонастройку ПИД-коэффициентов. Эти ПИД-коэффициенты останутся в энергонезависимой памяти ПИД-регулятора. Надо понимать, что ПИД-регулятор оптимально подберет ПИД-коэффициенты для конкретной температуры. Однако при переходе в другой температурный режим, к примеру, мы выгрузили изделие из печи и загрузили новую партию, данные ПИД-коэффициенты уже не будут оптимальны, и ваша печь будет очень долго набирать желаемую температуру. Один из способов решения проблемы – выйти в ручной режим. Поставить значение пропорциональной составляющей 0. Дождаться, пока температура не поднимется до желаемой минус 5-10% и включить автонастройку. Настройка SC. Корректировка показаний датчика. Заводская уставка 0 градусов. Можно откорректировать от минус 200 до плюс 200 градусов Цельсия.